500. Вудли 600. Давайте ставку повышать. Вот Марсес 800. Ну, Даня, ставишь, не ставишь? 900. Раз. РД до мутика. 902. 903. Кидай обмен, Даня. По квадрату. Только не тупите, пожалуйста. Быстро, быстро. Оп-оп-оп. Что-то ставки детские сегодня. Раньше, помню, по 50 тысяч отлетало у людей. Люди поняли, что не надо просаживать друг друга. Ну, это часть. Колечко. А все копят. Колечко. Колечко. 250 старт. На ретрика. На ретрика. Анхолика. Почти бис. Ну. Подожди ты, блин. Не, ты сейчас чат затираешь и удлиняешь время. На мейн никто не ставит. Раз, два, три. На оф 125. Вот сейчас ставь. 125 good help раз, 125 good help два, 125 good help три. Кидай обмен квадратный. Ну вот, видишь, по чуть-чуть ретрика оденет, а ты плакал. Грудак. Там, на танка. Егор. 250. Тебе не надо оно? Нет, мне не надо. Блять, погоди. Во. Ну, короче, 250, Егор, раз, 250, Егор, два, 250, Егор, три, кидай мне. Скопанил, если что, списываю, не отстал. Да, скопанил, если списываю, друг. Поставь. Ну, Андрей, Егор, не тупи, только плиз. Да чё, подготовь, блядь, ну я ж подбежал к тебе, чё ты нервничаешь? Батенька. Бежать. Бежать надо, братан. Тут еще одному человеку скоро бежать надо. Наверное, он один трай только. Тоже 250, вот это мне надо. Забирай. 250. Ну, с меня спишут, да. И ботинки тоже надо. Мы можем подраться за ботинки. Да какое нахуй драться? Ты чё, блядь? Я авансом, нахуй, тут вообще, блядь, правила нарушаю, нахуй. Я заберу, потому что буду, наверное, грульмагик завтра танчить. Всё. Ты забирай, Троян, чё он, блядь? Всё, весь утро разролил, Андрюха, на тебе лидера. Ваню сейчас добери и шнурки возьми еще вместо кого-нибудь. А что завтра грумаги, КМ, да? Да. Ну, по составу, наверное, если придут много грумаги, если мало, то коров себе. Да, скорее всего, грумаги будет. Так, я пошел тебе. Мало ли там распылить надо будет что. Распыл и... И это тебе. Ванька, Ванька, ты тут? Нет. Что, возьми вместо меня Войда, он в седьмой пати, Андрюха, я ливаю с рейда. Чтоб мне и понятик, не тикало. И Троянского еще стоило бы взять тоже. То есть, делай пати нормально, попробуйте закрыть. Все, всем удачи. Сегодня, ну, конечно, давай. Какой-то пиздец. Пиздец был. Надеюсь, в следующий раз такого пиздеца не будет. Ребят, в следующий раз там будет пиздец лишнюю информацию, как сегодня было. Будет получать принципы, по это последнее. Было. Все, удачи. Пока. Ваня, Ваня, ты на ком там? Плюс Аника. Че, захожу только. А, окей. И это, короче, ну, Ренессанс со своей стороны как продолжал, так и продолжает, а ты, Кадама, меня меняешь вот с этой вот, где я сейчас прыгаю варом. Если на жуки выходят. Если будут какие-то трудности или сразу могу зайти на ханта, похуй. Только скажите.
Ты же кабалом, Ваня, должен, правильно? Нет, совой. Я понял. Значит, эрдруидер, да? Ну, видимо. То у вас хила не хватает. Хила нет. Эх, пал на стадии. Ну а чё, давайте я это пойду. Мне все равно с него только кроме пухи ничего больше не. А чё пойдете, у нас людей нету. Я на это на замене эрдру будет. Короче, это все хуйня на поди. Кто там, блядь, сколько дебил, нахуй? Есть какие-то, блядь, люди в гонке? Три паладина, нужен паладин, я так понимаю. А, у нас три балла еще. Блин, Ваня, хапал у тебя занято, да, Ваня? Ну, я только если завтра смогу хапалу. Да, блядь, тут каждый второй может ребята уступить, по факту, типа. Нам надо, чтобы адекватно было. Ну, у нас, блядь, паладина нету, я не знаю. Блядь, будем пробовать без паладина. Короче, это... Фростмах. У тебя ж проходка есть, да? Нету, откуда? Я понял. Не, ну если хочешь, можешь заменить. Мне не горит ни Go Magic HM, ни ВК и так далее. Если прям надо так сильно. Одиску. Так-то хотелось бы сегодня закрыть этот ачивку уже сделать в конце концов. Окей, пойди. Он говорит, у него лагает. Тогда ты пойдешь. Лобстер, сюда. Давай. Короче, первый дает у нас Боб вот Help, второй дает Боб Йоката, третий дает Сацуна, четвертый надо будет взрывать лужу. Либо, если у кого есть возможность прокатить, там педали чуть-чуть подобное катить. Все же все знают тут, блядь, есть такие, кто нихуя не знает. Мы же тут вроде бы все были. Надо кому, блядь, чё рассказать, скажите, пожалуйста. Или всё-всё понимают, нахуй, все знают, что делать. Не, ну если можешь, повтори, потому что я здесь третий раз по факту. Но я так-то помню тактику, ну если можешь. Короче, смотрите, будет ли у нас лужа в кресту. Её никогда не взрываете. Бьете босса, условно стоите в трусах, бьете босса, нас могут будут напуливаться справа с левой стороны на танка. То бишь касается силов. Дальше, короче, смотрите. Он закапывается, вы идете бить просто трэш, который в кресту. Кого-то выбирает череп, он бежит в луну. Ему дают боб, соответственно, он все ждет до окончания боба и заходит на лужу. Потом следующий человек бежит в трусы, также там будет в районе трусов будет лужа. Ему дают боб, соответственно, он заходит на лужу. Типа за это время босс уже будет, типа, получается, третий человек уже бежит сюда к воде. Но уже босс выкопает. Все остальное время те люди, которые не бегают с метками, не бросают бобы, бьют трэш и мелкий трэш. Когда убиваете большой пак трэша, который на кресту, точечно ебашите мелкой. Босс выкапывается, важно, типа, вы запомните, босс выкапывается, вы приоритетно добиваете мелкий трэш. О, курьер, я быстро. Короче, босс выкапывается, вы не сосичитесь босса. Вы можете босса там, не знаю, что-то надотать свое, но если трэш есть, вы добиваете трэш целенаправленно. А потом идете бить босса. У вас не должно быть больше 4 стаков желав, то бишь 3 это уже критично, 4 это, ну, если вы придете в третью фазу с 4, это 90% вы умрете нахуй. То бишь, вы не лутаете стакли, то бишь, если вас моб бьет, вы его кайтите нахуй. Ну, типа, это все, весь босс для вас в манекен. Начинается с третьей фазы, смотрите.
Третья фаза начинается, вы подходите все под босса, максимально близко под жопу, чтобы вас могли силить, оверсилить, типа. Все. Люди, которые назначены по напулам, будут напуливать. Если случилась какая-то ситуация, то бишь моб ушел в рейд, типа, сразу контролите его. В первую очередь будет контроль, то бишь условно фир, там, покаяние, да, еще что-нибудь, если такая ситуация случится. Касаемо после вам, типа, поставьте, пожалуйста, пенек лодки. Второй момент, также, кто насобирает там, условно, ретрик, и вы должны, ну, напоминаю, на перед третьей фазой собирать джуков на себя, и чтобы потом баллом скинуть, короче, эти жевалы, чтобы на рейде не было этой хуни. Касаемо с его, типа, если видите, что на вас висит меточка, то, соответственно, вы сразу ебашите какой-то свой сейвик. Все. Типа, больше ничего не надо, для вас босс манекен. То бишь, условно, бьете, свичнулись трэш. Кто с меткой побежал, да рядом, что с лужей стали, дали боб, зашел на лужу. Все, типа, все остальное время хуярите. Ничего сложного нет. То бишь, первая лужа у нас взрывается в луне, вторая в трусах, третья бежишь к воде. Вторая за копком, у нас будет одна лужа в луне, вторую взрываем в трусах, и третью где-то в стороне, типа, воды надо будет взорвать. И босс должен накопаться где-то у стеночки, где он стоит. Это в идеальном все варианте. Не уешите, короче, старфолы там, блядь, эти с панели уберите, пожалуйста. Моры, которые, блядь, у вас там, не знаю, на пол карты. Чек на пул, ставлю рыбу. Какую сторону я напуливаю? Давай, короче, смотри, Кадама, ты какую напуливал? Правую. Он ренессансы заменял. Трусах напуливал, правильно? Я вот трусы. Ну окей, значит ренессанс ты напуливаешь со стороны креста. Блин. Окей, ладно. Справа, я слева напулю, это нет разницы. Че, пьем сопрота, Андрюх? Да, Андрюх, может, сопрот. Я с левой стороны, как и был, я так... Дрочился слегка, так что не просвопаю точно. Короче, сделайте как вам удобно, вот честно, типа, вы два ханта, бля, чё я вас буду заставлять? Окей, типа, Лени, вы два человека, можете с собой прийти. Брат, скажи, мне тут проще, давай я тут, а он второй. Ну окей, я там, и всё, типа, я хуй его знаю. Или мне надо, блядь, сказать, мне похуй, ты там, потому что мне так лучше. Вот вдвоем, вот сейчас, вот, никто не говорит, вы вдвоем скажите, кто где будет, блядь. Я на кресте буду, хорошо, давай. Окей, спасибо большое. Только это, одну секунду, вот здесь вот, между крестом и рейдом, вот между Петей и меткой 3D-шной крестом, здесь трапу ледяную не кидай. Вообще, чтобы здесь вот эта часть была, блядь, открыта, чтобы жуки свободно ходили. Пожалуйста, это важно. Кикнет Жанка из рейда. Не, Паша, зачем мне? Ладно. Кого кикнуть? Жанг, третья патия, ФК сидит. В смысле, как АФК? Ну так АФК в Долоране, блять. Нихуя себе. Жанг, ты тут, алло? Может, это он говорил? Он что-то пиццей. Написал, короче, отошел минут на 5-10. Охуенно, блять. Это еще раз по бобкам получается. Я третий даю. Да, ты третий. Так, где там? Салли Фейс, давайте сумоним Салли Фейс. Салли Фейс на Дискорде? Кал, поставь, пожалуйста. Надеюсь, ты все слышал или вообще хоть раз сбил типа нуба? Или надо тебе персонально что-то рассказать? Иди сюда, давай смотрим его. Прогрузился? Смотри, короче, вот, видишь босса, есть три метки у нас. Крест, короче, если тебя бросается череп, типа меточка, ты бежишь, типа, вот, когда босс закапывается в сторону луны. Это первый. Первая метка, короче, идет в луну. Тут условно где-то будет похуй, где-то именно не в луне, это типа сторона, будет где-то лужа. Ты рядышком с лужей становишься, тебе дают боб. Ты с бобом стоишь, там 3 секунды, 2, заходишь на лужу. Такое дело, надеюсь, понимаешь.
Если тебе не дали, типа, нету метки, ты просто сразу же, типа, вот, когда босс закапывается, идешь в квест, хуяришь трэша, уешь, и заливаешь, тут пачка трэша будет стоять. Просто нон-стоп пиздуешь его. И все, типа, если, короче, выбирается вторая метка на тебя, ты, соответственно, подходишь к трусам, сюда вот, тебе дают, короче, болт. Соответственно, ты, блядь, следишь, ждешь, заходишь. Все. Все остальное время ты бьешь либо трэш, либо босса, нахуй. Все, ничего тут сложного нету. Окей, все, чек на пул. Выпей сафрот, пожалуйста, и там масло помажьте, все, не забудьте. Припоты пьете тоже с пула. И припот оставляйте один на last phase. Все, остановитесь, все трусы, что вы там стали? Остановитесь, трусы, сейчас будем пулять уже. Быстрее, все готовы на роли. Уходите тут. А так. А теперь на КОПС-ку кидать раджанку у нас на замену. Бухой, алло. А, и еще, Эндрю, один момент. На третью фазу ты говорил, чтоб типа на хантах заострили внимание кто-нибудь один. Так есть же Саня уже. Он уже это делал. Не-не, я просто проговариваю и все. Бухой, алло. Блин, что это делать? Я ошибаюсь, одну минуту. Его, я их буду за ты назвать. На месте. Ну давай. Еще раз чек на пул. Бухой, ты не забыл, ты грипаешь эту. Я, кто не грипнет, я понял все. За 2D будем пул, поехали. Секунду, жуки, я так. У кого, короче, ты панк показывает? Это жуки, один человек озвучит, пожалуйста, я просто вас, меня не подражает. Ты как красавчик, болезнь на спиру положил. Они не успели убить, слава богу. Блять, убирайте свои зебаные символы нахуй, не знаю, либо следите за экраном. Я уже если так начал грипнул, избыль. Хорош, хорошая визу. Больше урона, больше. Галя, крикни на хп. Пошли по трэшу, играю. Скибиди побежал. Ой, блядь. Простите меня, пожалуйста, я кончу его. Петя бежит. Петя фрином дайте. Я это доведу под ШВ, потом будет. Или давайте будет. Трэш, трэш точно, играйте по трэшу, не стойте. Сейчас бомб там под боком просто прохиливайте. Блять, да. Я Петя, вот, короче, ты как. Машину. Красавчик, но нам надо то, чтобы ты под ШВ постоял. Беги, малышка, беги. И все. Падает. Ну просто никто не похилил вообще ни разу, может это. А падает, да? Да-да-да, быстро. Не хиль. Не хиль, нихуя. Четко выкопался,
посмотрите. Смотрите, смотри. И вот здесь такая ситуация, просто если ты можешь простоять, просто у нас три боба, запомни себе в голове на всякий случай, короче. Если ты можешь простоять, просто ты стой в ШВ и потом заходи без боба на лужу. Я понял, чтобы нам заставить боб один. То он не может стоять в ШВ. Там протыкаешь по 13-14 тысяч в секунду. 11. Ну, по 11. Ну, ну тогда ну, давай, не будем въебываться, значит, все, даем бобы и все. Ни одной хилки. Похуй, ничего не надо, просто играем по стендапу. Хорошо. Я думал, ты там под ШВ можешь стоять на дупаты. Не, ну хпал прохиливал, в тот раз нормально было. Сразу рыбу поставил, хаус. Напоминаю, на ласт-фазу, когда мы перейдем, вы должны все, блядь, быть под сопротом. Маги дополнительно должны быть под магическим доспехом. Бобы откатились? Креста Хант может прожать дух дикой природы, потому что за кругом для тебя уже не будет тотем доставать. Ракетку в себя оставляй обязательно. Все это темы, блядь, вот дело, поставил портал, все это темы ставим вот здесь, вот, блядь. Буду ли ты там долго? Буду ли, лё? Казама, чё не хватает? Всё, все готовы, становитесь на позицию, сейчас буду в депо. Три, два. Трэшу сразу варайте. Не хотели подходить сюда. Хорошо. Бог мне не там пройдет. А сейчас ложу разлил я в крестом. Ой. Угу, хорошо. Я понял. Просил никотина. Трэш убивайте быстрее, Притон побежал. Юката, твой боб следующий. Беги, малышка! Какая глыба? Блядь, что ты делаешь? Алло!
Да. Ой. Падайте нахуй. Спрашивал, что там выпало, да? Калич. Не зря ты у меня внучил. А вот эти слаки можно ГП, пожалуйста? Напоминаю, блядь, на шипах не жмете, блядь, ни инвиз, ни глыбы, блядь, ни баблы, ничего. Баблы, глыбы даете только по команде, если надо, блядь, прокатить, вы бежите, блядь, в стену, и вам говорят, отдали глыбу, нахуй. Я бы не отдавал бы глыбу, если бы, блин, мне Кайона влетела сразу же, а босс был около меня, я отдал глыбу, чтобы в лужу не вложить, но это я не буду служить. Если тебе не дали корону. Слушай внимательно, нахуй. Если тебе не дали корону, это не твои проблемы, все. Ну тогда сними тому тоже, которого, блин, не дал, вот и все. Тебе дали, блядь, боб, нахуй. Ты с бобом стоял. Дали боб тогда, когда я в глыбе был уже, когда босс был около меня, гениально. Ну ладно, окей, я не спорю, окей. Ты споришь, еще раз будешь. Я сказал, окей, не проблема, все. Сидеть вот так, я мут дам и все. Короче, вы увидели практически всего босса, нахуй, я не знаю, все, давайте начинать уже играть, убивать его, нахуй. Тут больше ничего не будет, все, вот это весь босс, нахуй. В конце просто туннель эти боссы, и пиздец. Танк, блядь, охуевает, и силы охуевают, а вы просто бьете манекен, нахуй. Еще раз, чек на пул. Дайте пристабав. Каску там бросит кто-то. Буревестник каску бросит. Приботы, блядь. Где ты? Стой, я тебе там, у меня есть лишних 8, нахуй. Где ты стоишь, блядь, я тебя не бачу, а он прыгает. Старайтесь быть скучнее, чтобы вам... Вас было увеселить проще, типа, понимаете? Сразу себе, блядь, это забиваете в бошку, нахуй. Все готовы, наконец-то уже. Давайте нон-стоп пулить, пожалуйста, соберитесь и все, нахуй. Все, дойдем пол, поехали. Все, по трэшу раем, приготовьтесь. Меткой бежать. Турки.
Юката. Все трэш точечно убивайте скоробею. Не уедешь, точечно убивать. Третий персонаж бежит, короче, просто туда, в воде. Вот Хелл в воде побежал. Бухой побежал. Спал в воде. Спал с меня. Трэш, 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 забираем. Добиваем трэш, трэш добиваем. Не босса, трэш добиваем, блядь. Ты сколько людей под босса? Ну, короче, все, теперь по боссу. Я по срегу скажу, кто вы, блядь. Кто, блядь, пошел под боссу, блядь. Под боссом тоже трэш был. Я под босса своего затянул. Тихо, 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 ебаш. Сейчас будет закопка у нас, нам надо будет, короче, ребята, три лужи взрывать. У нас один блок только. Так что не затупите. Крест не взрываем никогда, блядь. Сколько там дожиков? Я скрин сделал. Сер упал, да? Да. Да, тут 47%, они ничего не сделают. Ну, мне кажется, это теперь будет, ну, типа, постоянно работает до того, как не сделают новый X. Согласен. То есть, я думаю, здесь смысл родить. Ребят, у меня тоже времени надо идти, я не знаю. Как бы, давайте решаем, что или ждем, или... Блять, я спрошу иначе, сколько у вас времени есть играть? У вас есть со мной время? Если нет, ну тогда, ну чё я? Ну, чё я буду решать? Если тебе надо, блядь, прямо сейчас есть, я за тебя решу или чё? Давайте я вот за всех вас решу. У меня всё, у меня надо отколоться. Так чё, чё, ничего? Ро? Не? Да? Ничего, Ро, да. Ладно, значит, давай на завтра. А завтра все будут? На завтра, значит, ну... Не знаю. Вот завтра перед ГМХМом. Завтра, ну, короче. Во сколько? Ладно, всем пока. Все так же. Всем доброй ночи, кто там. Ладно, ну, все, по МСК час, не знаю, сколько у вас времени будет. Ну, все, понял. Всем спасибо за рейд, всем пока.